Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал, you're watching my YouTube channel that is called OK English. Вы смотрите канал OK English. My name is Елена Викторовна Вогнистая, Ellen Вогнистая, okay? And you're in the middle of watching a very interesting playlist that I'm gonna continue. Maybe it will take a couple of months, maybe more, I don't know. So this playlist is called 150 phrases that are absolutely essential if you want to understand American English. Вы находитесь в плейлисте 150 английских фраз для разговора. Мы этот плейлист будем писать как минимум еще пару месяцев. И этот плейлист крайне важен, потому что фразы очень-очень часто используются в американском английском языке. Of course, they might be used in British, but actually I'm not a very big expert in British English, and it's not as widely used as American English is. Я, конечно, не великий эксперт по британскому английскому, он не используется так часто, как американский, но, в общем, друзья мои, там тоже могут встречаться эти фразы. And here, number 22 is a phrase that can be used both in American and British English. It's called "It's about time". It's about time. Кстати, я вспоминаю, что мы проходили даже эту фразу в «Синем мёрфе». У нас был оборот it's time и it's about time как вариант данного оборота. Ну, давайте посмотрим дополнительные примеры, пояснения. В общем, фраза хорошая, полезная, думаю, вам пригодится. Итак, оборот it's about time переводится как «наконец-то», «пришло время», «пора это сделать». Let's read the meaning and usage of this phrase. When you want to express that you waited a long time, you use this phrase. The synonym of it is finally. Наконец-то. То есть здесь мы хотим подчеркнуть, что вы уже не хотите больше ждать, вы уже устали от ожидания, и вот наконец-то это случилось. It's about time, да? Или, например, кто-то что-то не делает, и вы уже так, знаете, намекаете, мол, пора уже это сделать, хватит тянуть. It's about time. То есть эта фраза чуть более резкая, чем фраза it's time, it is time, да. В Мёрфи какой же это был юнит? Это, по-моему, 45-й, что ли, в «Синем Мёрфи». Зайдите, посмотрите более детальный разбор данной фразы. Ну, мы с вами тут, в принципе, тоже достаточно разберем, так что, может быть, Мёрфи вам и не понадобится. Окей. Explanation – значение. When you wait for something, the time on the clock is the biggest factor. Когда вы очень чего-то ждете, время на часах является существенным главным фактором. Поэтому, если вы хотите сказать, что «все, я больше ждать не могу», используйте фразу «It's about time». И давайте посмотрим примеры. Самое банальное. It's about time. Пора. Пришло время. It's about time. I waited 2 hours for you. Ну, наконец-то, я 2 часа тебя ждала. То есть вот вы прождали, вы уже устали от этого ожидания, и вот, наконец-то, чудо случилось. Вы говорите, it's about time, I waited 2 hours for you. Вы этой фразой передаете даже контекст небольшого такого раздражения, знаете. It's about time I got a chance to play. Ну, наконец-то у меня появился шанс поиграть. То есть контекст ситуации такой, что вы долго ждали, вам этого шанса не давали, и вот, наконец-то, it's about time I got a chance to play. У меня появился, наконец-то, шанс сыграть. То есть вы уже даже злились из-за того, что вам не дают шанса поиграть, да? И it's about time передает вот этот вот градус, да, повышенный по поводу происходящей ситуации. То есть я не могу назвать эту фразу нейтральной, она все-таки эмоциональная. Давайте еще раз повторим вместе данные фразы. It's about time. It's about time. I waited 2 hours for you. It's about time I got a chance to play. Теперь смотрим мини-диалог. I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet? Yes, it's your turn. I'll get it for you. It's about time. Я уже 3 недели жду, чтобы попробовать новый ноутбук. Разве сейчас не моя очередь? Да, да, как раз твоя очередь. Я тебе его сейчас дам. Ну, наконец-то. Или пора бы уже. Пришло время. Пора бы уже. Кстати, хороший период. Я как-то о нем не подумала. Вот добавляю вам уже на словах. Итак, Давайте разберем детально. I've been waiting for 3 weeks. Я жду уже 3 недели. Мы используем present perfect continuous have been waiting, потому что ожидание у нас до сих пор происходит, это первое. И потому что мы знаем, как долго это происходит. For 3 weeks. Когда у нас процесс, который длится, мы знаем сколько, есть основания использовать present perfect continuous. I've been waiting for 3 weeks. Если бы for 3 weeks не было, то, может быть, не надо было бы и have been waiting использовать. Итак, чего мы ждали? To try out. Опробовать, испробовать. Try out – фразовый глагол. Что пробуем? The new laptop. Новый ноутбук. Я надеюсь, все уже знают, что laptop – это английское название для слова ноутбук. Если вы хотите ноутбук, то есть такое компьютерное устройство, да, назвать на английском, никогда не говорите ноутбук, вас не поймут. Подумают, вы говорите о блокноте. Никто нигде, кроме русского мира, не называют ноутбуки ноутбуками. Их во всем мире называют лаптопы, laptop. Isn't it my turn yet? It's my turn, моя очередь. То есть, как бы, пришло время мне. Сначала был ты, теперь очередь моя. It's my turn. И здесь вопрос. Isn't it my turn yet? Разве сейчас не моя очередь? I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet? Yes, it's your turn. I'll get it for you. Да-да, твоя очередь, я тебе его дам. It's your turn, твоя очередь. I'll get it for you. Фраза такая очень размытая по контексту. Здесь мы понимаем, что если речь о ноутбуке, то один человек его забрал и использует там его как-то. И нужно передать его другому человеку. И вот когда он готов это сделать, то есть дать это другому человеку, он говорит I'll get it for you. Но может эта фраза вам встречаться и в других контекстах. Она очень-очень сильно контекстная, как и сам глагол get. It's about time. Пора бы. То есть наконец-то. И мы подчеркиваем вот этот вот градус от ожидания, да, мое вот как бы недовольство этим, что так долго я ждала. То есть вот она интересная фраза в деле. Рекомендую вам ее использовать, если это, конечно, обосновано. Итак, давайте прочитаем этот диалог с вами по ролям. Ну, давайте я буду человеком А вы человеком Б. I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet? It's about time. Теперь меняемся ролями. Start, please. Yes, it's your turn. I'll get it for you. Отлично, друзья мои, парочка дополнительных примеров. It's about time, isn't it? Пора бы уже, да? Здесь у нас видим только примеры, да, нет у нас фраз синонимов, фраза, в общем-то, сама по себе уникальная. It's about time, isn't it? Пора бы, да? То есть я хочу подчеркнуть, что все, не хочу больше ждать, и терпение скоро лопнет. It's about time teachers started to get tough with bullies. Пришло время, чтобы учителя стали действовать жестче, когда кого-то из учеников прессуют. Итак, it's about time. Пришло время. То есть уже этот вопрос долго назревает, и наконец-то пора, чтобы что-то произошло, чтобы были изменения. Teachers, то есть пришло время, чтобы учителя, что сделали? Started to get tough. Начали действовать жестко. Get tough, как бы жестче на что-то реагировать. Учителя стали жестче реагировать на что? With bullies. На, как это на русском называется? Баллы, да, это, ну, когда какого-то ученика в школе прессуют, да, как бы морально давят его, или, может быть, физически даже давят, как бы издеваются над ним, да, вот такой тип поведения, вот такая ситуация называется bullying. Или вот здесь вот bullies как единичные случаи, несколько случаев, да. У нас вот я слышала термин буллинг, его пытались как бы ввести, но мне кажется, что он вообще для нас, русских, ни о чем не говорит, да. Травля, мне кажется, вот травля все-таки ближе, да. То есть пришло время, чтобы учителя начали жестче реагировать на травлю учеников. Вот хороший вариант перевода, потому что буллинг, как вот пытаются, да, этот термин как-то популяризировать, вообще как бы абсолютно пустой. Травля, он сразу как бы подразумевает глубокий контекст, да? It's about time teachers started to get tough with bullies. Maybe it's about time I started learning to program. Может быть, как раз пришло уже время, чтобы я начал программировать. То есть, видимо, уже как-то назрел этот вопрос. Maybe it's about time. И что? К чему пришло время? Обратите внимание, что после it's about time мы сразу говорим как бы мысль, к чему пришло время. Без запятых мы сразу говорим автора действия и действия. Teachers started, да? I started. Давайте вернемся назад. Что у нас здесь было? It's about time, I got, да? Опять же, подлежащее I и действие got. Обратите внимание на то, что в английском это так. Maybe it's about time I started learning to program. Может быть, как раз пора уже мне начать учиться программировать. То есть пора, пришло время. Все, я готова, я уже не могу больше ждать. It's about time you got married. Пора бы тебе жениться. Очень часто. Пора бы тебе выйти замуж, когда вы уже находитесь вот в этом вот возрасте, да, там 20, 20 плюс. Или, не дай бог, ближе к 30, и вы до сих пор одиноки. Вот вас, конечно, травит. Вот, и вас травят этим вопросом. Ну что, ты нашла себе уже жениха? Или ну что, ты нашел себе невесту? It's about time you got married. И каждый раз, когда задают вам этот вопрос, да, или бросают подобную фразочку, хочется реально человека растерзать. Поэтому it's about time you got married, это как бы тоже фраза, знаете, брошена как бы с таким нетерпением. Да, пора бы тебе жениться, с укором таким. И не реагируйте на эти укоры, то будет скандал. A fight, a big fight, вам это все не нужно. Давайте прочитаем еще раз эти примеры. It's about time, isn't it? It's about time teachers started to get tough with bullies. Maybe it's about time I started learning to program. It's about time you got married. Все, дорогие друзья, мы с вами разобрали материал на сегодня. Еще разочек мы его сейчас повторим. Давайте сначала прочитаю я, и в конце урока диктор нам прочитает со своим прекрасным американским акцентом. It's about time. It's about time. I waited 2 hours for you. It's about time I got a chance to play. I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet? Yes, it's your turn. I'll get it for you. It's about time. It's about time, isn't it? It's about time teachers started to get tough with bullies. Maybe it's about time I started learning to program. It's about time you got married. И все, что мы разобрали в переводе на русский язык. Друзья, поработайте обязательно с переводом, убедитесь, что вы хорошо усвоили наш материал на сегодня, а также в целом не имейте провалов по грамматике, по всяким мелочам, типа там порядок слов, предлоги, артикли и так далее. Все, на этом наш урок заканчивается, подходит к концу. If you liked it, don't forget to put your thumbs up like this. Don't forget to write your comments down there. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't done it yet. Okay, see you next time. Wish you all the best in your studies. Bye. It's about time. It's about time. I waited 2 hours for you. It's about time I got a chance to play. I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet? Yes, it's your turn. I'll get it for you. It's about time. It's about time, isn't it? It's about time teachers started to get tough with bullies. Maybe it's about time I started learning to program. It's about time you got married.